Всем привет, друзья! Мы приехали на соревнование, на крючок. Да. База отдыха. Называется «Чистые пруды». Вот, ребята подъехали. Сниму я вам. Да, очень много. Народу много, желающих победить, получить призы тоже очень много. Так что разгружаемся. Все, у нас тут лежит чемоданчик, салазки. Сейчас все поедет. Ну все, будем отправляться к месту. Соревнованиях на крючок.ру по ловле на мормышку. Традиционно они у нас практически в одно и то же время перед Новым годом. В том году 23 декабря было, 24, в этом году 23. Вот. Соревнования будут проходить в один тур, одна зона. Формат соревнований более любительский, больше как бы фестиваль. То есть отсоревновались, потом вас ждет, будет ожидать уха из красной рыбы, наваристая, вкусная, как обычно мы делаем. Чаечек с печенюшками, все как вы любите. Вот. Правила соревнований максимально приближены к центральным. То есть одновременно можно использовать только две лунки. Желательно их помечать флажками, чем угодно, шапкой, перчаткой, что-то ваше. Вот. То есть пробурили одну лунку, закормились, только после пометили ее чем-нибудь, флажком или чем-то вашим. Вот. Только после этого можно занимать вторую. Более двух лунок не занимать. Мормышки использовать разрешено только обычные, без мотылки. Запрещено, блесны и так далее запрещено. На обычный крючок с грузилом тоже запрещено. Жиговать тоже нельзя. Ловля на мормышку, значит, ловим только на мормышку. Искусственные насадки тоже запрещены. Мотыля всем раздали. Вот, используем его, может быть, у каждого свой. Закармливать тоже можно чем угодно, прикормкой. Ту, которую раздали Happy Fish, либо своя, либо кормовой мотыль у кого есть. Все разрешено, все как обычно. Вот, из спонсоров у нас на сегодня магазин «Моя рыбалка», который находится в Гранате, в Арбеково. Она предоставляет нам, магазин предоставляет нам мотыля, который вам всем раздали. Вот, и призы нас победителям. Вот, дальше у нас в партнерах, в спонсорах Happy Fish, производитель прикормки. Каждый его как раз получил при регистрации. Дальше у нас Боспа и Дунаев еще прикормки. Это будет победителям разделено. Вот, магазин Тайга нам предоставил большое количество призов. Это на номинации, на победителям. То есть все вы увидите. И еще у нас в спонсорах магазин Бессонский рыболов тоже нам предоставил призы. И на сегодняшнее соревнование, после соревнования мы еще устроим конкурс репостов. В нем можно будет участвовать абсолютно всем, даже тем, кто не присутствовал на соревнованиях. Вот. Так, что я еще не сказал? Какие вопросы у каждого будут? Пакеты вам разданы при регистрации, пакеты. Можете рыбу складывать в ящик, можете куда, но под конец тура всю рыбу складываете в пакет. Пакет пронумерован, номер у вас дублируется на бейджике. Вот, то есть даете закрытый завязанный пакет. Когда тур заканчивается, сидите на лунке на своей, никуда не двигаетесь, не ходите, не обменитесь эмоциями. Завязанный пакет, ждете, пока судьи соберут все пакеты. Вы можете к нему направиться, если далеко сидите. Вот, после этого, пока идет взвешивание, подходите на взвешивание, проверяете, смотрите. Ну, в это время еще будете кушать уху и так далее. То есть дадите нам время подытожить итоги, короче, вот, и распределить награды и победить. Зона, вот этот периметр, он лента натянута. Практически, там натянута лента. Вот как вот, здесь натянута. Вот смотри, куб сразу за ленту. То есть одна большая зона.
Как написали, 5 метров. То есть, есть небольшие поблажки, но все равно там подходить вплотную и чем-то обмениваться нельзя совершенно, только с разрешения судьи. Выходить за зону тоже нельзя. Так, какие еще есть вопросы? Все, пошли на рывалку. Так, давайте по времени, сейчас скажу по времени. А время сколько? Что-то? Время сколько ловится? 4 часа тур. Тур длительностью 4 часа. Так, сейчас получается у нас время 8.20 по моим часам. Можете сверить своими. Вот, получается у нас 8.30 выдвижение в зону. Вот, давайте немножечко отступимся от регламента, потому что он не слишком большой. Вот, растянулся, получается. Давайте 8.30 выдвижение, 8.40 уже старт. То есть на 5 минут пораньше сделаем старт. Вот. Окончание также будет, как по расписанию, как по плану. 12.40 у нас сигнал до финиша 5 минут. 12.45 финиш. Вот. Дальше 12.45 по 13.15 у нас идет взвешивание. И в час 15 до 2 подведение итогов. То есть ориентируемся максимум на 2, кто куда-то опаздывает. Огромная просьба сразу. Кто куда-то опаздывает, торопится и какие-то планы. Но задержитесь прям вот ненамного, чтобы все остались до конца, чтобы сделать массовую фотку, что мы здесь все присутствовали. Вот. Как-то так. А вход в зону сразу буримся или встаем? Мы сначала по границе зоны выстраиваемся. Как 8.40 старт, все, заходим и буримся. А, сразу. Да. А кормить когда можно? Сейчас мы подходим к периметру, но в зону не заходим. Все? Все. Давайте выдвигаться тогда. Сегодня уже пробурили. Нет, пока вот две. С прикормом, без прикорма? Нет, никогда в жизни не кормил, не кормил. Я просто смотрю, многие участники прям половниками засыпают. В том году, правда, он там я сидел, когда первый мест занял. Они там все накормили. Ну и чего, я один-то млоил, не кормил. Они вокруг меня ходят, вообще нет. Иногда это... это хуже, когда кормишь. То есть нога пугается. А мотылек-то я прям смотрю, маленький-маленький. Ну это да, а большой мотыль зачем? Сбивает игру, во-первых. Мормышка уже не так играет. А этот мотылек маленький, и игра уже совсем другая. Так вот пока. А, нет, ну крючок мы второе место еще заняли. Команду. Еще один сидит, товарищ. Уже весной. А лесочка какая прям тоненькая, наверное, какая-то 0.07, да? Нет, 0.08. 0.08? Да. И беру всегда темную, чтоб видно было. Второй раз в соревнованиях на ваших. А вообще, в принципе, на соревнованиях? На соревнованиях, вот это мы с прошлого года с другом начали. Вот сначала с вас, потом поехали спутник. Вот. А так по лени не удается ездить. А сейчас с рождением ребенка вообще
редко выезжаю на рыбалку. Так раньше часто ездил. Ну а зимой вообще, в принципе, как? Зимой чаще, чем летом. Зимой чаще, чем летом, потому что зимой проще. Куда захотел, туда и даже сюда приезжаем. Но тут что-то это беда. А в целом молодцы, ребят, продолжайте. Вот родился, вот растет. Смена поколения будет. Обязательно на работу загребаем. Потому что без этого сидеть в подъездном шныряться, чем ерундой какой-то заниматься. Лучше вот вкладывать там какие-то кнопочки. Бензин на прикормке и так далее. Ну, по крайней мере, человек с улицы занят каким-то хобби. Здорово, молодцы. Мне прям о, супер. Я вот смотрю, у вас прям возле лунки такой нормальный шлейф каши лежит. То есть вы используете тактику прикармливания прям активного, да? Да. С чем это связано? Ну, чтобы активник клёв был. Ну, просто как бы некоторые участники говорят, что когда прикармливаешь, рыба боится. Нет, не всегда так. Наоборот, вот одну плотвичку поймал на прикорм. То есть плотвичка и окунь, да? Плотвичка и окунь, да. Отлично. А мормышечка, лесочка как? Лесочка 008, мормышечка, капелька золотистая, плотвины. Ну, как она, маленькая, вольфрамовая. Стараемся, но пока результат не особо. А цвет мормышки значение имеет, нет? Я думаю, что особо нет, потому что когда на игру играешь, я думаю, что особо нет. Ну, сколько лунок сегодня побывали? Три. Три. Вот это самое результативное получается, да? Да, да. Один сход у меня был, и вот одна, как бы, еще одна поклевка была тоже прощелка. Ну, по зубам. Ну, по зубам, если, то рыба боится, да, больше не берет обычно. Она как? Аккуратная. Она аккуратная. Либо очень мелкая, либо аккуратная. Ну, а вот если, допустим, сколько надо сделать проводок, чтобы вот, понять, лунка рабочая или не рабочая? 3-4 проводки, и понимаешь уже, работает лунка или нет. А давно в рыболовном спорте, нет? В спорте второй раз. Угу. Первый раз ездил лет 5 назад, а так вот, ну, рыбалкой занимаюсь, как бы, вот такой, ну, любительской. Сколько лет уже? Лет 20. Зимний? Зимний. А летний, наверное, еще больше? Летний еще. Ну, в принципе, что летний, что зимний, мне вот как дядя приучил на зимнюю рыбалку, когда я одного подлещика на море вот так вот у меня клюнул, я его поймал и побежал с этой удочкой, потому что там 9 метров глубины было, то есть он меня просто вылетел из лунки. Вот, это было эффектно. Вот, с тех пор и заразился эта рыбалка. Ну, интересно, интересно. Сколько лунок сегодня пробурили? Пока две. По две. Две. Работает вот одна, да? Ну, вот это одна, вот более-менее угу. Пока. А как кормите? Я смотрю, что-то следов корма нету. Да нет, я пока не кормил еще. Ну вон, хороший кадр. Хороший кадр. Удачно я подошел. Ну да, ровно подошел. А в основном на какой цвет реагирует и без разницы? Ну я постоянно ставлю предпочтение белый. Mm-hmm. Вроде как она посветлее ее видно. Ну да, поярче. Угу. Вы на крючке первый раз участвуете в соревнованиях? Да. Сегодня первый раз. А так вообще опыт рыбалки у вас какой? Ну, сколько лет? Третий год. Третий год зимней рыбалки? Да. Недавно начал. То есть и в соревнованиях? Первый, или не первый раз в соревнованиях? В соревнованиях первый раз. И сразу у нас. Ну,
Здорово, приятно. Приятно, что к нам. Вы кормите, нет? Вон. Ну, подкармливаю и мотылем, и закормочным кормом, ага. И прикормкой. Разные лунки. Разные лунки разными. Сейчас там, может, уже практически ухазими, на что рыба будет реагировать. Непонятно, но тем не менее подкармливать надо в любом случае. Рыбу надо собирать около себя. Хотя от выбора места очень много зависит. Можно и не подкармливать, а сесть на рыбу, рыба крутится и, в принципе. А пока вот пока свою вот точку не нашли, да? Ну, бегаем, ищем. Сколько лунок сегодня пробрели? Пока 8. Пока 8, смотрим. Рыба еще не активна. Даже оп, мелкий. А мормышечка, вот она цвет играет роль, нет? Ну, и, с одной стороны играет, с другой стороны как-то нет. Умение в основном решает. Ну, в основном везение. Везение. Помимо, а потом уже. А потом уже все умение. Нужно сесть на рыбу и выбрать место. Зависит. Ну, на 5-6 метрах уж больно такого. Цвет мормышки не играет, там возу это больше важны колебания. Так сказать, игра, да? Ну вот да. Бросок амплитудная. В принципе, мормышки, как все правила, они как таковые спортивные, они все, ну, скажем так, однотонные. То есть нужно, скажем так, приманить, подманить. Вокруг себя ее собрать, вокруг своей лунки. И должно будет получаться. Расскажите, вы давно занимаетесь вот рыболовным спортом, так сказать? Ну, порядка 10 лет. Именно в спорте? Нет, в спорте, ну, в спорте 3 года. Вот вопрос такой. Вам летняя больше нравится или зимняя? Какая? Зимняя. Почему? Почему такое предпочтение? Холодно, руки мерзнут, идти куда-то надо, нет? Интересно. То есть более трудовая рыбалка. Вот так, интересно. То есть летом по зимним снастям очень скучаем. Даже во сне снится. Ну вот сколько надо поработать, допустим, сделать, чтобы определить, лунка рабочая или нет? Ну, 5 точно. А может быть даже 10. Вот мы сколько сидим, сколько я сделал, 10 проводочек, там лунка уже сзади готова, я сейчас ухожу на нее. А сколько лунок сегодня пробыли? Ой, 3 пока. Очень. Вот эта лунка результативная, я ее даже бросать не буду. Сейчас на той луночке половлю ее. Далеко я не стала уходить, потому что поняла, что вот эта глубина примерно, она рабочая. Поэтому остались. Какая здесь приблизительная глубина? 5 метров точно. Что, несколько мотылей сбивают игру. Я с этим не согласна никогда. То есть рыбу все равно ей нужна наживка. Принцип. Ну не более 3, естественно, потому что мормышечка очень маленькая. И хочется мне всегда как женщине накормить всех. Большому куску и рот радуется, да? Да. С рабочей и на море она. На море, на реке. Виксарки тоже работал хорошо. Может быть, просто в этом году. Так. Ну, в начале сезона работали черные мормышки в основном. Ну, там с красными вкраплениями. Просто черненькая бусинка. Капелька. То есть все черные. А сейчас вот почему-то ближе к глухозиму, скажем так, стали вот эти вот. Ну, это перебирается опытным путем, да? То есть из года в год не может быть такого, что вот нет, сейчас нет, декабрь месяц, здесь будут работать светлые. Нет, только конечно. Вы считаете, что вот 10 проводок и следующую надо лунку менять, ну, ничего что? Не выжидать, не сидеть, да? Потому что, нет, конечно, смотрю, нет. Некоторые прям на двух сидят и все, и никуда, говорит, она выйдет. Вот. Нет, если ты лунку подкормил и ждешь выхода, конечно, сиди, жди. А если лунка не подкормлена, пробурился, начинаешь ловить. Поклевок нет, все, хреново. На подкормленных, да, кормят, сидят, ждут, как
когда она подойдет. Ты зимней рыбалкой давно занимаешься? Да, да, давно, лет 6 меня начали брать на рыбалку. Но у тебя это любительское или ты вот в соревнованиях участвуешь да часто? Нет, так в соревнованиях профессиональных не участвую, так вот, любительское. Ну, в наших первый раз участвуешь, нет? Да, в ваших первый раз приехал. А вообще сколько раз участвовал в соревнованиях? Вообще участвовал я с города Нижний Ломов. У нас там местные соревнования были, я участвую, которые проводятся местные организации. Ну, расскажи о сегодняшней тактике. Я смотрю, у тебя рыбка-то все-таки присутствует. Вот, побольше, чем у некоторых, скажем так. В чем секрет? Вот. Ну, не знаю, в чем секрет. Я вот привык ловить на желтые мормышки, например. Именно на желтый ловлю больше, ничего как бы не пробую, ни на каких прудах. Так, ну то есть в основном преимущественно желтые, да? Да, желтый мормышки, вот цвет латуни такой вот, постоянно. Я только на такие как-то уже привык ловить. Не знаю, в чем тут, может, место тут. Вот две луночки нашел, вот, вроде есть. Ну то есть с них и работаешь, да? Да, вот попробовал, отошел. Не было сначала. Сейчас вот вроде бы нашел чуть-чуть. Ну, один более-менее такой еще пойдет. Так, ну, а скажи, кормишь, не кормишь? Просто нет, смотрю, некоторые участники там... Прикормку не использую, но я как бы не это... Не плотву, а окуня кормить что-то я не это... Не кормлю. Ну, у тебя в улове получается чистый окунь, да? Без вот плотвички или есть? Ну да, нет, вообще ни одной плотвички пока еще не прям. Лесочка какая? Леска 0,8 стоит тоненькая. Ну и мормышечка стоит желтенькая, маленькая. Ну вольфрамовая, чтобы потяжелее было. Понятно. Леска тоненькая. Здесь глубина приблизительно какая? Глубина где-то 2.5 метра, наверное, 3. На какой вот он? На подъем берет или повыше? На подъем вот со дна я по дну стучу вот. Слушай, я тебя видел где-то там. Ты уже сюда переместился. Вот что уже нет. Рыбу отыскать. Все правильно. Все правильно. Расскажи, какая у тебя сегодня тактика. Ты что-нибудь корм какой-нибудь волшебный, сыпучий туда засыпаешь или чисто вот на мотылей и на все? Корм пробую, мотылей. И что лучше работает? Здесь мотыль, потому что здесь окунь, на той стороне плотва мелкая, там сапуха, таки дает о себе. Слушай, а вот такой вот вопрос. Почему все ловят вот либо у того края, либо это? Почему посередине никто не ловит? Вот я, например, должен прийти и забуриться посередине, и чё? Почему посередину никто не обуривает? Нет там рыбы или что? Главное, ближе все равно к береговой зоне. Мормышки, цвет играет роль, нет? Думаю, нет. То есть играет роль игра, наверное, какая-то там колебания, да. Что-то, да? В основном. Какую тактику сегодня используешь? Кормишь сильно, много или вообще не кормишь? Не, мотыля чуть-чуть в луночку, вон луночку одну закормил сапухой. Ага. Ну, пока. Мелкий окушок на игру. Плотвичка. Нет-нет, прилетает. Рыбка активна. Но приходится ее немножечко помучивать. На скольких еще луках играешь? На двух пока пошел. Просто между двумя гоняешься. Ну, понимаешь, рыбка есть, она как бы присутствует. Нет-нет, поклевывает. Смысл? Да и черпак сломался. Паленая пластмасса. Привык я ловить в палатке со свечками. Вот, вон Алексей Алексеевич, не даст соврать. Да, Леш? Да. Вот, согласен. Я считаю, что мы, ну, во всяком случае, в спортивном рыболовстве мормышка – это всего лишь способ доставки мотыля ко дну. Основная, скажем так, основной момент – это игра.
То же самое, как в спиннинговой ловле, что ловит не спиннинг, не приманка, а ловит рыболов. Так и здесь. Найти рыбку, держать у лунки и активизировать ее. Как в частности вот окунь, вот очень интенсивную игру. Мое мнение такое, Паша. Понятно. Нет, интересно достаточно, потому что мы здесь разговариваем, мне сказали, что и цвет, и форма даже имеет значение. Паш, возможно, но учитывая, что, как медик тебе скажу, мы не можем знать, как видит рыба, как устроен ее глаз, а учитывая, что сейчас на данный момент под водой темным-темно, абсолютная темень, то цвет мормышки, ну, я не знаю. Черная кошка в темной комнате. Вот мое мнение. Игра, вибрация, вибрация. Рыба очень чувствительна к вибрации. А учитывая, что скорость звука под водой в 3 раза больше, чем на воздухе, то вибрация здесь играет основную роль. Боковой линии она чувствует. Поэтому... Это ты тоже по охоте рыбалки увидел? Ну, это же биология. Как же рыба ориентируется в лунной воде во время паводка? Одна из немногих представительниц прекрасного пола. Расскажите вообще, как вас занесло в зимнюю рыбалку? Это же холодно, надо куда-то идти, руки мерзнут, постоянно лицо мерзнут. Это здорово, интересно. Азарт. Азарт, когда ловится, а вот когда не ловится, как быть? Приятное времяпровождение, но сегодня должно быть все равно не совсем. Как у вас сегодня? Словом, есть? Я вот смотрю, вокруг луночки такие следы от каши. Каша работает? Да. То есть вот... Нравится. Надо... Сам поел. Даже вот так. Какая рыбка присутствует? В основном плотно идет. Интересно, потому что по тому берегу вот окунь ловит. А здесь вот у вас плотвичка. Интересно. Но она на подкормку или все-таки вот просто нашли, встали и привлекли уже? Так вот в рыболовном спорте вы давно уже? Или первый раз на соревнованиях? Вот тут приятно. Приятно, чтобы на крючок. А так, зимней рыбалкой давно уже занимаетесь? Нет, я в основном летнюю предпочитаю. Но в зимнюю все-таки занесла. Ну, надо же везде попробовать. Все правильно. Ну, сколько лет назад вы открыли для себя зимнюю рыбалку, так сказать? В этом году? Да. То есть прям буквально первые месяцы, скажем. Или в начале года тоже? Это был декабрь месяц. Так что опыт, можно сказать, нет. Но результат-то уже есть. Результат-то уже есть. Если бы не было результата, наверное, не было бы основного интереса. Не знаю, на таких соревнованиях вообще первый раз. Какой темп ловли, не знаю, до какой должен быть. Нет, попадает рыбка с палец. Ну, спали с плотвичкой, а кушок что? В основном плотва. В основном плотва? Да. Вот это тут интересно прям. А ты не поймал, наверное, штуки 3 или 4. Все-таки полтора. Ну, а вот скажи, мормышечка, что там какая? Сколько лунок вообще пробурил? Вторая лунка? То есть ты 10 дней сидел на первой? Да. Постоянно клевал. А, постоянно клевал, то есть ты встал прям на рыбу, как говоря. Я еще пока пускал, поймал первый плотву. Ага. Так, а так скажем, ту лунку кормил, нет? Пару рыб поймал, не кормил. Ага. Потом решил немножко подсыпать сверху. Что? Шлейф создавался. И это сработало, нет? Ну она стояла постоянно, то есть постоянно по клевке. В принципе. Клевало. А мормочку какую используешь? Ой, маленькую дробинку. Цвет имеет значение? Не знаю, белая. Белая. Мы это выдаем первый раз, поэтому не знаю насчет цвета. Ну а вообще на зимних соревнованиях. Первый раз? Впервые. Впервые на крючок, потому что прям вообще приятно. С 11 лет, вот 20 лет уже занимаюсь зимней рыбалкой. Угу. Правда, в основном я ловлю хищника на жерлице. Вот. Но нет. В принципе, на мормышку тоже бывает желание, особенно когда тепло. Я давно уже соревнуюсь.
призер неоднократный. Ну сколько лет так вот, ради любопытства нам? Соревнований? Ну, год с 85-го. Ух ты! Пока вот 69 лет еще пока не доехали. Все правильно, все правильно. Так что... Никогда не поздно, все правильно. Да, ну сейчас все равно уже один уже товарищ у меня ушел, перестал ловить. Команда у нас как была, командное соревнование. Вот. А ребята вот молодые, с кем я, раз они вот уедут. Ну иногда любят, там иногда. Ну здесь вот в принципе желтенько, темненько любят. Мы, конечно, стремимся все к победе, но это для меня это не самое главное. Самое главное поучаствовать. Сейчас уже и возраст. Мне, конечно, я бурю много все равно, но уже все равно не. Сейчас все будем показывать свое мастерство в бурении. В Мормышке уже выяснили, кто там самый мастер. Вот. А сейчас кто быстрее всего будет. Задача простая, все желающие сейчас идут со мной на лед. Мы сейчас, значит, будем делать 5 лунок, мы решили. 5 лунок, лед тонкий, все нормально, никто не провалится. Вот. 5 лунок с дистанции друг от друга один хороший мужской шаг такой, мощнейший. Вот. После этого первый, кто, собственно, пробурил, ну, поднимает руку, ну, мы, я думаю, все увидим, да, кто пробурил. В общем, все желающие, берем буру в руки. А мне мальчик. Что, у нас сухие участники, что, ослаблены? Давайте, давайте, народ, давай, еще. Вот, 4. Один, пошел!
Давайте все, ну побольше народу, сейчас лунки есть. Давайте, ну побольше народу, человек хотя бы 10. Не, ну сейчас все сразу, раз, так, что, Ловцы мы, команда в зал не дали пока еще никому, да, так просто. Дошли, лучше выбрали, захотели, подготовились там. Да. Да черпак. Да. Ну что? Нет, лунки пока не. Ладно. Ну ладно, ну ты что, пускай почистим. Просто лунчики никто чистить не запрещает. Мельдо никому надо за полприза. Да. Мормышки, сам глав, не в воде, не в воде. Ну все, вот так еще. Вот. Ждет, а? Подсказывай. Господа, вот кто прям поймает первый, прям истерически, давайте будет орать, прям вау, вот это вот. Мы сразу поняли. Если зайдем на трансу, не... Не, считается та, которая на льду оказалась. Да, считается. Прозрачный, что все видели. Так, молодежь там что-то уже прям хулиганит. Ну, мне кажется, сам себя увлекает. Это называется мармадрожь, да, все? Возраст такой. Позорник прям. Опа. Сарин, отвлекайтесь. Ну! Нет, вот она. 10. Есть! Есть! Ну что, давайте похлопаем победителя! Поздравляем! Вот он, мастер! Ну красавчик! Вот где надо было все 4 часа ловить! Давай! Давай, счастливый! Ну мы видели. Вы все видели, да. Все, на фотке танки, ну что, а был тебя шанс, был. Я вообще не знал, что так можно было. А с какого? Да. И зачетный. Все, он вытащил. Все там зачетные. Вот нихуя были. Так, давайте начнем. Давайте первых отметим. Только что выигранных, кто участвовал в конкурсе «Скоростной бур». Это Александр Щербаков. Так, поздравляю. Здесь пакет в прикормке. У меня. На сортике.
Дальше у нас Алексей Холодило. Рыбу-уловитель такой прям. Монстр был. Держи, карпов ловил. Да, стой, и молодец. Готов. Красава! Сила. Так, ну давайте тогда сейчас просто как вот... По номинациям сначала, да. В руку первая легла. Это номинация «Самая крупная мирная рыба». Вот. Самую крупную мирную рыбу у нас поймал Климов Евгений. Лёд, поздравляю, Лёд. Дима, так, вслед за ним идет у нас 13. Самый крупный хищник. И побеждает Белоусов Роман. Кан выиграл. Знаете, кого меньше? 18 да. лет! До 18 лет! Вас четверо! Хотели как месяц дарить бой! Да, молодцы, ребята! Мы стареем, а вы... Вот, один из них, Сквозков Максим. Он сразу две номинации берет. На волю к победе и будущий рыболов на спорт. Молодец! Молодец, ты! Спасибо всем! Не проще увидеть. Так, поздравляем вас. Из них самая выдающаяся спортсменка у нас Колесникова Надежда. Уже который год она выигрывает первый. Бочкарев Павел. О, сильно, сильно. Бочкарев Павел. Вес. Сейчас, подожди. Вес упал. 932 грамма. 932 грамма. Он. Так. Сколько грамм? Господи. 932. И это. Саня. Саня. Грузи, да. Давай тебе еще. Руку. Сейчас, подожди. Обронзуем. Обронзуем. Так. Давай, работай. Да, давай, работай. Так, второе место у нас занимает с весом 1088 грамм Белоусов Роман. Ящик Белоусов. Поздравляю тебя еще разочек. Стараться надо было. Да там повесить место. Давай туда, да. Держи, прямо на него присаживайся. Он знает, где раздобыть. И
давай тебе, повесим, видать. Он, да он лысый. Вот ему и повезло. Давай на фото. Первое место, внимание. Первое место с весом 1160 грамм у нас занимает Суров Александр. Грамоту. И сюда пойму. Коробку при горке. И так. Сейчас мы тебе наградим по полной. Так, все это да. И традиционно нам наши друзья предоставляют кубки оригинальные. Вот. На ней вот написано, кто ее делает. Супер, супер гайка 18. Контакт. Держи. Сейчас сделаем общее фото. Вот, потом победители, может быть, еще сфоткаемся с символикой спонсоров. Для них это очень важно и для нас, в принципе, тоже. Потому что скоро, весной у нас будет соревнование, примерно конец февраля, начало марта. Мы планируем сделать соревнование, наверное, здесь же. Вот, только уже по командному зачету будет и личный командный зачет. Вот, привлечем новых спонсоров. Я думаю, бюджет будет гораздо больше, чем сейчасшний. Вот, так что будет, есть за что побороться, в общем. Вот. Ну а сейчас давайте групповой фото. Антон, расскажи, какие, что сегодня здесь происходило, что сегодня мы видели, кто победил, вообще для чего это все было. Вот, расскажи нам, пожалуйста. Это все проходит традиционно. Мы каждый год перед Новым годом собираем соревнования, фестиваль. Это для сплочения коллектива больше. Тут формат больше любительский, не профессиональный, не спортсменский. Это здесь собираются и спортсмены, и любители. Любители набираются опыта, спортсмены оттачивают свое мастерство вот, перед ближайшими будущими соревнованиями. Вот. Несомненно, мы проведем еще соревнования весной, когда уже погода более-менее будет потеплее. Сейчас мы провели соревнования, уже подытожили итоги, вот, выбрали победителей. Веса в тройке лидеров примерно килограмм. Третье место 932 грамма, самое первое место, самое большое, это 1160 грамм. То есть не великие веса, здесь рыба не крупная, здесь самый такой спортивный водоем. Вот. Что делать, в принципе, интереснее, когда не большие веса, там крупного леща поднимают люди, а другие мелочь ловят, а у всех равные условия. Вот. Здесь играет, в принципе, наверное, больше мастерство и навыки оттачиваются.